представляли себе массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции власти Уссурийского городского округа. На импровизированных медицинских пунктах, которые были развернуты по всему Уссурийскому району. Чтобы ускорить проведение массовой вакцинации, городскими властями решено было более активно вести работу с населением по применению новой вакцины от коронавирусной инфекции. Некоторые уссурийцы не были готовы к такому заботливому шагу со стороны властей. А что происходит вообще? Скажите, пожалуйста. Чтобы исключить распространение коронавируса в Уссурийском районе, было решено организовать специальные санитарные группы, которые будут работать с населением и выявлять тех, кто по разным причинам до сих пор не обезопасил себя от опасного вируса. Да я, если честно, я в шоке, просто понять не могу, это что вообще, блин, что это такое? После проведенной работы с населением, уссурийцы более охотно стали соглашаться на добровольное использование нового препарата. Благодаря новым принятым мерам по ускоренной вакцинации граждан, Уссурийский район вышел на первое место по количеству сделанных прививок. Все вакцины, обязаловка. Не хотите сами, насильно заставим. Помимо этого, Виталий Наливкин добавил, что вскоре данные меры будут действовать во всех регионах страны.